Так, кто думает, что у него гидрокостюм идеально продезинфицирован, вот промытый полностью гидрокостюм Буша, сухой, и мы его брызгаем. Где-то у нас сейчас получается 20% раствор перекиси водорода. Вот так вот. Примерно получается так. Так работает перекись водорода на промытом гидрокостюме. Вот так вот. Вот мы еще сейчас обрабатываем еще гидрокостюм. Поэтому моете его с мылом, не с мылом, практически все без толку, если только, наверное, в марганцовке замачивать. Ну или как мы, перекись водорода. Работаем вот с такой 60% перекисью.